В Луге начал работу многофункциональный центр «Мои документы», который стал 21-м в сети по всей Ленинградской области. Сегодня здесь заработали 7 универсальных окон приема и выдачи документов. Количество предоставляемых государственных и муниципальных услуг – более 40. Задача таких многофункциональных центров – сделать государственные услуги доступными для населения. В основе работы МФЦ лежит принцип одного окна. За одно посещение можно подать документы сразу в несколько ведомств. Время ожидания в очереди не превышает 15 минут. Здравствуйте, можно подать документы? Таким образом, многофункциональные центры решают главную проблему граждан – проблему экономии времени. Ведь для того, чтобы подать документы в несколько инстанций, раньше приходилось отстоять множество очередей. У нас до недавнего времени с ожидания очереди запись длилась там часами. Если мы говорим сегодня 15 минут, то это проходило 3-4 часа. И опять же вопрос режима работы. Мы сегодня говорим, сегодня центр работает с 9 до 6, дальше он будет работать с 9 до 9 часов. Кроме документов, которые теперь можно оформить непосредственно на месте, у жителей Луги появилась возможность воспользоваться услугами онлайн, а также задать все интересующие вопросы на официальном сайте МФЦ. Помимо самого помещения МФЦ, есть еще сайт, на котором указан четкий перечень документов по каждой услуге. Сайт государственного бюджетного учреждения, многофункциональный центр Ленинградской области. То есть теперь дома вы можете посмотреть, какие документы, значит, необходимы для получения той или иной услуги и прийти уже в многофункциональный центр с этими документами. Сегодня такие центры, работающие по всей Ленинградской области, в целом предоставляют более 130 государственных и муниципальных услуг. С начала этого года в филиалы и отделы МФЦ поступило более 700 тысяч обращений заявителей.